Hello, friends! Меня зовут Аля Фрэнсис, and welcome на мой любимый YouTube-канал. Представляю вашему вниманию туториал «Милая салфетка для столовых приборов» в стиле Али Фрэнсис. А прежде чем приступить к туториал, проверьте, если вы смотрите это видео без подписки, то обязательно подпишитесь на мой канал. И чтобы вы всегда могли смотреть мои видео, нажмите на колокольчик рядом с кнопкой «Подписаться» и выберите пункт «Включить все уведомления», а также поставьте под этим видео пальчик вверх, чтобы я знала, что вам нравится мой туториал. Для создания нам потребуется крючок номер 4, шнур карамель из магазина пряжи «Центр», шнур в цвете изумруд для декоративной отделки и один моток в цвете мандарин, нить с иглой для пришивания бантика, бантик в готовом виде шириной 12 см и высотой 11 см. Ссылочки на товары в описании под этим видео. Для моих подписчиков скидка 5% по промокоду 2417 на все заказы в магазине пряжи «Центр». Набираем цепочку из 11 воздушных петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Пропускаем одну петлю, вводим крючок во вторую и провязываем столбик без накида. В следующую петлю столбик без накида. Самостоятельно провязываем столбиками без накида до конца ряда. Дальше вы можете выбрать для себя бесповоротное вязание, как у меня, или вязать поворотными рядами. Второй ряд. Петля подъема. Второй ряд вяжем левой рукой. Пропускаем один столбик без накида предыдущего ряда. Раскалываем следующий столбик без накида. И провязываем столбик без накида. Раскалываем следующий столбик без накида. И провязываем столбик без накида. Следующий столбик без накида, столбик без накида. Самостоятельно вяжем столбиками без накида до конца ряда. Провязываем последний столбик без накида второго ряда. Третий ряд. Петля подъема. Вяжем правой рукой. Пропускаем один столбик без накида предыдущего ряда. И в следующий вяжем столбик без накида. Самостоятельно провязываем столбиками без накида до конца ряда. Последний столбик без накида третьего ряда вяжем под дужку. Четвертый ряд. Петля подъема. Пропускаем один столбик без накида предыдущего ряда. Раскалываем следующий столбик без накида. И провязываем столбик без накида. Следующий столбик без накида. Столбик без накида. Следующий столбик без накида. Самостоятельно провязываем до конца ряда. Последний столбик без накида четвертого ряда вяжем под дужку.
Пятый ряд. Петля подъема. Подтягиваем полотно. Таким же способом вяжем с 5 по 27 ряд. Провязали 27 рядов. Приступаем к обвязке полотна. Петля подъема. Теперь под эту петлю провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый столбик без накида. И под эту же петлю второй столбик без накида. Под следующую петлю столбик без накида. Под следующую столбик без накида. Столбик без накида. Продолжаем столбиками без накида до следующего угла. Провязываем столбик без накида. Под петлю угла вяжем прибавку, состоящую из 3 столбиков без накида. Раз. Два. Три. Прячь нить провязываем столбиками без накида до следующего угла. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Под петлю угла вяжем прибавку, состоящую из 3 столбиков без накида. Продолжаем столбиками без накида до следующего угла. Под петлю угла вяжем прибавку, состоящую из 3 столбиков без накида. До угла вяжем столбиками без накида. Раз. Два. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Обрезаем нить, вытягиваем. С изнаночной стороны вводим крючок под петлю начала ряда, захватываем нить, вытягиваем. С изнаночной стороны вводим крючок под подушку, раскалывая петлю, захватываем нить, вытягиваем. С изнаночной стороны прячем нить. Завершаем деталь декоративной строчкой шнуром в цвете изумруд. Вводим крючок в основание столбика без накида. Захватываем нить. Вытягиваем. Вводим крючок в основание следующего столбика без накида. И провязываем соединительную петлю. В
следующее основание, соединительная петля, следующая, соединительная петля, следующая, соединительная петля, следующая, соединительная петля. Вводим крючок в основание прибавки и провязываем соединительную петлю. Продолжаем в основание. Продолжаем до конца. Провязали до конца, обрезаем нить, вытягиваем. Вводим крючок под петлю начала соединительной петли. Захватываем нить, вытягиваем. С изнаночной стороны раскалываем последнюю соединительную петлю. Захватываем нить, вытягиваем. Расправляем соединительную петлю. И с изнаночной стороны прячем нити. Располагаем бантик на основе и пришиваем его. И вуаля! Моя салфетка для столовых приборов готова! Обязательно проверьте свою кнопку подписаться. Она у вас должна светиться серым цветом. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. И выбирайте пункт «Включить все уведомления». А также поставьте пальчик вверх, чтобы я знала, что вам нравится этот туториал. Посылаю всем лучики добра, хорошего вам настроения и увидимся в следующих видео.